Лето – пора ремонтов. С наступлением теплых дней многие задумываются о преображении своей жилплощади. Покрасить стены, поклеить обои или постелить новое напольное покрытие – что-то из этого можно сделать своими руками, а в каких-то вопросах лучше прибегнуть к помощи профессионалов. Более 3 лет в Твери успешно функционирует компания «Прорабыч». Она предоставляет своим клиентам большой перечень механизированных технологий, одна из которых – полусухая стяжка пола. Подробности в нашем следующем сюжете. Более 3 лет на рынке, десятки тысяч преображенных площадей и сотни благодарных клиентов. С момента своего основания компания «Прорабыч» добилась заметных результатов применения механизированных технологий в строительстве и заслужила репутацию надежного подрядчика при выполнении работ. Один из объектов, где в настоящее время трудятся специалисты компании «Прорабыч» – многоквартирный дом на улице Ткача. Почему мы решили остановиться именно на «Прорабыче»? Сейчас вам объясню. Для нас этот объект, жилой дом «Агат», он знаковый. И мы очень тщательно относимся к подбору подрядчиков, оцениваем их работы предыдущие, ну и, соответственно, требуем с них качества. Уж то-что, а качество работ «Прорабыч» точно может гарантировать. На объекте компания проводит так называемую механизированную полусухую стяжку пола. Прогрессивный и эффективный способ выравнивания пола, который идеально подойдет под плитку, паркет, ламинат или линолеум. В основе смеси цемент, песок и фиброволокно. Состав смешивают с помощью вот этого немецкого пневмонагнетателя, после чего подают на высоту до 30 этажей. Дальше смесь тщательно разравнивают, равняют, в этом помогает лазерный уровень, и шлифуют. Используемые в процессе полиэтиленовая пленка и демпферная лента способствуют сохранению необходимого количества влаги в материале. Основные преимущества полусухой стяжки в ее скорости. За день можно выполнять до 200-250 квадратов. После ее выполнения не нужно дополнительного выравнивания, и она идеально подходит под любые типы полов. Кроме того, полусухая стяжка пола с фиброволокном очень быстро сохнет. Буквально через 12 часов после укладки по ней уже можно ходить и продолжать ремонтные работы. А благодаря использованию фиброволокна существенно повышается стойкость стяжки к образованию трещин.